На прошедших выходных большая сельскохозяйственная ярмарка развернулась на проспекте Гая между улицами Луначарского и Хрустальной. Несмотря на морозную погоду, желающих приобрести свежую натуральную продукцию было много. По подсчетам специалистов, торговлю посетили 11 тысяч человек. Сельхозтоваропроизводители представили широкий ассортимент продуктов, особым спросом пользовались капуста, лук, картофель и мясные изделия. В целом выручка с торговли составила около 13 миллионов рублей. Также на ярмарке работали волонтеры и социальные такси, которые помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья загрузить купленные продукты и доставить до дома. На ярмарку прибыл губернатор Сергей Морозов. Он пообщался с покупателями и продавцами, а затем провел совещание, где подвели предварительные итоги работы агропромышленной отрасли. Обсудили исполнение поручений президента по повышению продовольственной безопасности. Указом президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года за номером 293, он называется этот указ, о продлении действий отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, было решено продлить продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на санкции наших так называемых партнеров до 31 декабря 2020 года. Кроме уже полюбившихся ярмарок, по словам главы региона, необходимо расширять перечень акций в магазинах по снижению розничных цен. Так, Минсельхоз уже проработал вопрос с крупными торговыми сетями по введению социальных ценовых акций. Участвовать будут от 90 до 200 товарных позиций в каждом магазине, а размер скидки будет варьироваться до 50%. Также губернатор дал поручение встретиться с ульяновскими бизнесменами и рассмотреть возможность установления социальных цен в местах общепита. Анна Тищенко, Юрий Тимошенко. Монин, новости Управда ТВ.